Это что за хуй? Это мой сын, папа. Это мой внук? Я ваш внук, да, дед. А чего ты похож на пи***а? Как я смотрюсь с этими колесами, нормально? Похоже на кадр из сериала «Игра престолов. Железный трон». Нет. Нет. Чел сидел на железном троне. Нихуя. Я на шипастом троне. Нет. В смысле нет? Ну не похоже. Ты нахуй тогда делал? What's up, guys? Сегодня у нас программа... Разбей ему ебало. Разбей ему ебало. What's up, guys? Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас в программе боевые шипы для дрифта по льду. Прошлый влог закончился на такой непонятной ноте. Мы ездили на тесты на лед, где у нас отвалилось колесо. Сергей, неси колесо! Цель выезда была попробовать вообще, интересно оно или не интересно, надо или нет, и мы решили, что надо. И именно поэтому сегодня я обложился с двумя комплектами шипами. 1,5-миллиметрового шипа компании Ниш. Made in Rush. Так, мы имеем 3 колеса с шипом 4,5 мм. Два просто в охуительном состоянии, вот они. Одно чуть похуже, а одному просто пиздец. Выглядит как улыбка беззубой старой шлюхи. Это дело очень легко исправляется с помощью такого пакетика из строительного магазина и групповерта. Плюс-минус это будет выглядеть вот таким образом. Мы вкрутим болт, затянем вот здесь гаечку, шайбу, цвыркнем сваркой и наточим его. Гудрич, слушай, ну работа идет 7-мильными шагами, уже пол колеса засунули болты. Используем мы вот такие болты, предназначенные для мебели, М5, вот с такой круглой крышкой. Ляпкой, блядь. Чтобы она не протерла нашу камеру. Тут есть такая фиксация квадратненькая, оставляем, шайба, гаечка и сварка. Также по камере будет проложен так резиновый флиппер, чтобы это все дело не протерлось. Практика весьма распространенная. На этих покрышках, наверное, еще покойный Кен Блок в 98-м гонял в ралли. Бедный Кен. Кен. Так, ну уже похоже на ежик. Вова, что-то сможешь их поприхватывать себе потом? Я что, сварщик? Уже верно. Как у тебя дела вообще? Смотрю, Джей-Зет тут собираешь, да? Джей-Зет, Володя собирает Джей-Зет. Ну выглядит как... Малолетний дебил, но мотор он собирает мой нормально. Ходил. Да, вот этот мотор ходил целый сезон, и также он будет ходить в нашем дрифт-автобусе. Это что? Покрасил, да? Краской. Чего? Угу. Реально? Вы можете наблюдать слаженную работу команды. Мы команда, пацаны. И чё мне, блядь, закручивать? Где шайба, блядь? Я зиплок заклинил. Давай быстрее. Осечка, осечка. Это, блядь, делается миллисекунда, нахуй. Всё, работаем, работаем. Да уже быстрее шайбы накрутил. Блядь, Сергей, ну что ты всё время не на колени? Так вот ты, блядь, по пакетам. По пакетам, блядь. По намытым, нахуй. Это в курсе, как по помытому, только что по пакетам, блядь. О, проёб, болта нет. Опа, косяк. Ну это Серёг твой. Серёг, давай, ну на место. Хуй, погнали. Так, все, хватит красивых видосов под музыку, возвращаемся к делам. Что у нас получилось? У нас получилась вот такая вот красота. Длина не то чтобы длинная, но вроде бы оптимальная. Так как это сыромятина, скорее всего, оно еще и подрочится, отвалится. Длина, выработанная на глазок. Да. Короче, сейчас мы обуваем все это дело. Прокладываем флиппер, приклеим его, чтобы не отвалился. Надо чудо-клей оранжевый китайский. Засовываем туда камеру, обуваем. Ебать, что у вас тут за шабаш? Нехай вы тут устроились, пацаны. Так, гайз, что мы имеем? Мы имеем 2 комплекта боевого шипа. Все полностью готово. Ну-ка покажи. Все обуто, надуто. Так, круто! Короче, у меня план, пацаны. Так, мы живем в Владивостоке, до Японии нам не так далеко. Мы сейчас обуваем 2 тачки на боевой шип. Ебать, море замерзло, нахуй. Море замерзло, и пиздушим Японию на этом боевом шипе за распилом где-нибудь. Нахуя? Мы можем GZ спиздить. Да, там ставим GZ Skyliner. О, я брат, это был. Точняк, мы едем в Японию, свапаем 2 тачки и уезжаем по морю также. О. Багажник закрыт. Йоу. Итак, наступил следующий день. Вот она наша шиповочка. И мы готовимся к выезду на лед. Что ты от меня хочешь, Сергей? Я отойди, убери свой пальчик. Хакать, иди покакай. Да ты балдой, я слышу. Друзья, молодого моло, вот балды. Я всего лишь 3 часа дня, суббота. Готовим Skyline к выезду. Нужно подлить немного масла. Кто это? Его батя. Батя? Да. Батя, друг. Хули, хоккей смотреть. Хоккей смотреть? Да. Что, батя уже балдой? Ну, походу. Короче, разводим колодки. Загружаем шиповку. Проверяем масло 3/4. И выезжаем. Так, ну что, пацаны, все готовы? Мы на месте, приехали на озеро. Сегодня тут какая-то движуха прям лютая. Красная спортивка. Тут расположился техпарк, куча народу, вообще эйзер. Мы сейчас тоже начнем. Сейчас переобуваем скайлайны на шип. Народу много, это, конечно, очень хорошо. Будет тесно, надеюсь, мы ни с кем не разъебемся. Сергей качает домкрат.
не сломать порог. Ну что, пацаны, все мы знаем, то, что езда боком — это пизда порогом. Че ты улыбаешься? Блядь, нравится, да? Это лучше, чем секс. Реально? Даже мужской. Охуеть. Так, что мы имеем? Мы имеем стряжку Skyline, и мы имеем Land Cruiser Prado, который сейчас нас будет дергать. О! Все, заебись. Он сейчас его утащит, он его потащил. Серега, стой! Пизда. Он утащил Серегу. Куда он его потащил? Ёбаный, хорош, пацаны! Но мы не успели заснять! Сука, только звук. Слушай, стекла, так красиво! Стоишь, пацанами курим, поворачиваем, слышим, ляск, поворачиваешь сзади, блядь, эта хуйня. Ну не успели поснять этот кадр. Ну ничего страшного, посыпалась рестайловая оптика, ее краску найдет. Мы отпустили детей погулять, вон сейчас вам покажу. На 33-м едет Сергей. Вон он, что-то у него даже получается, газует, нет, распрямило. На 34-м едет молодой. А сейчас малой в эту кучу просто. Да, может, давайте. На... за всех ходов. Так, тут у нас на флагах, на мотоциклах и на лаурелях, ебать. И на вертолете. Итак, подводим итоги сегодняшнего дня. Катка была просто охуительная, мы с пацанами в восторге. Накатались просто до отвала. Володя просто улыбается, как добил, добил. Все, переобуваем тачки обратно, паха, не падай. На гражданскую резину и пиздошим до бокса. И чё, братки, нормально я тебя? Володя, Володя, нихуя, тепло у тебя, тепло, 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 па, нихуя, па, хорош, хорош, ты нихуя, у тебя эти кофта у тебя такая. Пура, порядок, порядок. А фары, 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 да ты нихуя фары. Ох ты, ебать. Сигареты. Видел, ветровка, ветровку, видел? Смотри. Нихуя, да я тебя поломаю, поломай ему, ебай. Короче, пацаны, у нас тематическая вечеринка, гопники с района, мы собираемся в клуб, чисто спонтанно. Нет, это не маскарад, и мы не специально искали весь этот лук, просто мы находимся у Пахи дома. Пооткрыли его шкаф купе, а там клондайк. Привет из 90-х, привет с района. И сегодня у нас по плану помогу. Отлично провести время. Я с Габицей немного прибухну, да, батя? Да, попьем, девчонку познакомиться. Ведь малыха, малыха, подруга есть? Нет, нахуя подруга, нахуя? Ты нормальная малыха, у меня подруга есть? Да-да-да. На Катюху мою похоже. Да-да-да. Ну, зуба не сочет, а мне. Сыть, малыха, а где зуб потеряла? Сочет? Слышь, пацаны, ну у меня вроде вообще неплохо получается. Мне кажется, я вошел в роль, смотрите. Диалоги тет-а-тет. До утра дожили-были, от нее секретов нет. Снова ночь, снова бокс, снова мы занимаемся какой-то хуйней. А именно мы шипуем сегодня уже не передние колеса, а задние. Вот они, наши передние колеса, прошли испытания отлично, все работает. Просто идеально. Но есть такая проблемка. Это тут заднее колесо. Вот оно, да? Лысое, пиздец, прям как голова моего одного хорошего друга. А вот это? Нет, это не пульки для пневматики, это шипы. Оставшиеся шипы, которые я подоставал из вот этой вот пары. Потому что на последней катке... Под конец думаю, что-то держака маловато. А оказалось то, что у нас повылетало половина шипов. То есть, если вот эта пара еще более-менее сносная, то там прям плешами вот так проела. Как будто моль в шкафу съела мамину шубу, которую та привезла из Китая еще в 2002. А так как кататься нам понравилось на льду и хочется еще, соответственно, было принято решение... Изобрести велосипед по давно протаренной дорожке. Мы болтуем задние колеса. Но это гораздо сложнее, потому что нужно попасть в нужный тайминг держака. Если мы переборщим с количеством и величиной шипа,
то будет лютый передержак. Если мы не доборщим, то держака не будет. Мы попадем в просак, то есть ни туда и ни сюда, а ровно, блядь, по центру. И сейчас промежуточный результат выглядит как-то вот так. Я рассчитал точное количество и необходимую длину болтов. Я вам базарю. Так протектор шин даже на заводе Toyo Tires не разрабатывает. Владит вилки разрабатывал. Минут 15, наверное, точно. Ну да, на заводе Toyo там часа, блядь, неделями это делают. По плану это будет выглядеть как-то вот так. Сейчас примерно покажу. То есть нам нужно сымитировать шип 1.5 миллиметра. Здесь вот будет гаечка, мы ее затянем посильнее. Выйдет вот этот вот болтик, прихватим на сварку, и я спилю это под углом. Ай, вон, иди нахуй, гандон. Короче, собрались с пацанами в боксе. Это диджей Никнак, самый топовый диджей. И у нас в эту субботу будет гастроли в Уссурийске, выступление в местном клубе. Мы будем петь песни, читать рэп. Вот он тоже будет, он будет петь. Похуй, кто как поет. Короче, будем исполнять. Ты, блядь, ой, охуенно, это было охуенно. Короче, сидим, составляем плейлист, готовимся к выступлению. Я вот думаю... Включи музыку погромче. Я думаю, нам дадут пизды, если возьмем его с собой. В любом случае. А мне еще и пальцу пизда, я кулак не могу сжимать. Слушай, если что, он мой парень, он за меня прижжет. Господи, в Уссурийске могут пацаны не понять. Пах, пошли его нахуй. О, да, этот трек оставляем. Это гэнгста. Малой, нравится? Охуительно. Оставим его на десерт, когда все уже будет синий, будет весело. Этот трек зайдет просто отлично. Только посмотри, какая ласточка, красавица. Этот обтекаемый кузов. Эти, это геометрия, аэродинамический дизайн. Я просто в восторге. Это машина создана для GZ. Как она смотрит на GZ. Она просто... Да, это судьба, смотри. GZ, микроавтобус. GZ, микроавтобус. Где решетка? Мы обнаружили, что нет решетки. Версия номер один. Ее спиздили. Какие-то цыгане. Версия номер два. Ее оторвало ветром, она улетела. Ну, скорее всего, это два. Скорее всего, первый, да. Ну, конечно, цыгане, потому что они кругом. В общем, что мы имеем? Готовим гастрольный автобус. Завтра мы едем в тур по Приморскому краю. Город Уссурийск. Вчера составили плейлист. Сейчас готовим тачку. Я вот смотрю и думаю, а доедем ли мы на ней? Ну вообще мы же доехали из этого. Так, мы доехали. Нам надо доехать. Так, мы на ней в прошлый раз на веревке ехали. Опа! LCD. О, а это что такое? Это же это все целое было. Что-то машина у нас разваливается на ходу. А, у него капот есть еще, ёпта. Где аккумулятор? Так, молодой бобер, пойдем покажешь, что у нас случилось. Почему в прошлый раз мы ее бросили посреди города и уехали на такси? Потому что вот здесь гаечка открутилась, натяжителя ремня этого, блядь, ёбаного генератора. А почему так произошло? Машина же надежная. Да, ну, может, кто-то не закрутил. Потому что кто-то нажал на газ. Или кто-то жал на газ просто вот так и порвал там все, что мог. Вот молодой Антон. А кто? А какой-то тут такой. Ну да, было дело. Блогер тут такой есть. Я вернулся с горнолыжки, сейчас мы поедем стричься, Володя. Нас Паха барбер ждет уже. Да? На, я тебе курицу привез. Давай, мой хороший медвежоночек. Опа. Блядь, за... Оп. Готов? Пошел. Давай, давай. Че? И че? Я нихуя не понял. Говорят, у него фетиш на шапке, кстати, да? Так, нет, это моя шапка. Приехали в парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок, а то заросли как обезьяны. Йоу. Молодой сидит, ждет очередь. Вову уже стригут. Давай ему хуй выпьем. О, если что, я не умею стричь. Под ноль его ебашит, да? Похуй. Да, да, здесь, да. Вот это под ноль? Да. Фу нахуй, перхать что ли, Вова? Вообще пизда, блядь. Смотри, я что-то переборщил. Чепуха, блядь. Я тебя пробрил, тут что-то в лоне. Давай как у Моргенштерна, смотри. Да я аккуратно. Нет, нет. Давай тогда клону. Да будешь крутым. Да ебать мне брови, ты видел? Да не ссы, блядь. Русик, нет? Не хочешь быть Моргенштерном? Да чё? Пацаны, давай я тебе полоску на брови сделаю. Давай. Да не ссы, я видел все раз. Как малому сейчас просто. Так, а как оно делал? Какую? Пизда. Да, Адидас, да куда ты, где ты делаешь пробор, где, блядь, волос нету? Блядь, ну охуенно. Давай похуй на второй попробуй.
Так, я постригся, горшочек на месте, паха на месте, давай, Рэнди, стригем его как Рэнди, Володя вообще красавчик и остался один. Стрижем его как Ленина. Ой-ой-ой, пошла. Ну все, это Габелла. Это в курсе? На тебя как будто напала какая-то радиоактивная моль. Понятно, нет. Да надо как у профессора, нахуй. Ну да, прям со лбом. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Это пиздец, Артемий. Давай полностью вот так ему делай. Ставим лайк за эту стрижку однозначно. Давай, паха. Ну, челки у них нет, я видел. Да, да. У профессоров нет никакой челки. Че ты улыбаешься? Ты следующий. Ну прям вот, ну вот здесь, это над душами прям. А че, и так неплохо. Как на Формуле 1? Малой качает, Вова откручивает. Мы с Серегой стоим, наблюдаем. В прошлый раз я быстрее это делал. Давай, Малой, смелее. Так, что мы имеем? Мы имеем озеро. Сейчас будем его иметь. Тут уже народ дрифтует во все. Подкидываем шиповочку. Вот этот Паттинсон Роберт. Он работает. Приехала звезда приглашенная. На бизнесе, на бизнесе. Роберт Паттинсон. Чтобы жрать, чтобы, блядь, так вырасти, нахуй. Я каждый раз, я еще меньше бы достал. Это вообще пизда. Которого не могу тебя отсосать, не набивай. Ну-ка, малой, иди сюда, встань рядом с ним. Вот он точно тебе отсосет. Итак, господа, делаем ставки. Что будет по держаку? У нас три варианта ответов. Первый — много держака, второй — мало, третий — в самый раз. Я думаю, будет мало. Что ты так пострелял этот лед, какой-то он рыбит? Я думаю, будет много. Примерно нормально. Короче, либо много, либо нормально. Мало точно. Либо много, либо нормально. Ну, точно не мало. Маловато, мне кажется. Да, определенно, определенно. Определенно, да. Давай, Серый, долби его, долби, долби. Ибо все мы знаем, то, что хуево забитый саморез куда лучше, чем пиздато закрученный гвоздь. Серега крепит обвесы. В общем, дал три круга на новых болтах. И вроде бы все заебись. Держак плюс-минус похож на боевой шип. Сейчас поедем тестить парня. Володя, готов? Он даже куртку снял. Хорош, блядь. У Володи стоит обычный боевой шип 1.5 миллиметра. Вот такой вот. А у нас вот такой пол. Отлетел бампер хуя, но уже все нормально, мы его сняли. Тем временем. Я заснял! Ебать, сейчас сильная была перекладка. Блять! Да ну нахуй! Да? Это мотор. Скажись, приклеили мотор. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем наши покатушки на сегодня. Украли. Мы приклеили мотор. Мотору пизда, пацаны. Ансамбль, портливый колец. И надежда вкладышева. Арбий не походил. Но должен признать, он держался очень достойно. Вез программу на все 110%, но свое отжил пацан. Погиб, помянем. На сегодня покатушки закончены. Собираем манатки и валим. А вечером у нас выступление в клубе. Хорошо идем, хорошо идем. Спидометр пошел на второй круг. Едем на концерт к Young Traffic, Young Traffic. What's up, guys? Рад приветствовать вас на борту нашего пиратского судна. Мы подъезжаем к Уссурийску. Мы решили поехать на 34-м Skyline, потому что, нахуй, вообще не ебет. Потому что так получилось. Зашли на 34-м Skyline, поехали. Бах, как-то. Я охуенно. Мы разогнались почти 200 км в час на салоне. Потенциальные 5 трупов выжили. И сейчас нас ждет концерт. Сижу на стакане плотно. Максимально. Баха не на стакане. Баха трезвый. Да. У нас никогда никто не ездит пьяный за рулем. Вообще, это осуждаю тех людей, которые ездят в каком-либо опьянении нахуй за рулем. Никогда. Там потом полтора года пешком ходить надо. Вот, Малой, расскажи, у тебя прав штрафы.
Это долгая история. Короче, этот еблан как-то поехал, и в итоге лишили прав его, ребят, не надо. Помимо того, что могут лишить прав, так это еще и небезопасно. Можете подвергнуть опасности себя, друзей и окружающих на дороге. Ладно, все, увидимся в клубе. Итак, гайс, мы в клубе. Готовимся к выступлению. Сейчас вспомнил сцену из фильма «Девятая миля», когда Эминем перед батлом своим стоял и плевал в толчок, волновался, пацан, пиздец, но это не я, потому что мне тупо сугубо насрать, мне похуй, еще выйду на сцену, и мы разъебемся с кайфом. Поехали, сынок, давай, разбираем. А тут парень, да, его.